Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии. Меня зовут Галина Шишкина. Тема выпуска – «Цветы в искусстве Японии». Поклонение природы, свойственное в древности всем народам, в Японии укоренилось и обрело дальнейшее развитие во многом благодаря национальной религии синто, что означает «путь богов». В синтоизме обожествлялись различные явления природы – водопады, скалы, горы, могучие старые деревья. Они считались воплощениями божеств Ками. Этому же во многом способствовало и буддийское учение, которое пришло в Японию чуть позднее, с материка, и согласно которому весь мир является воплощением Будды. Для японцев природа была и остается воплощением универсальных законов Вселенной, в которой человек отнюдь не главный элемент. Единение с природой дает верное понимание вещей и самих себя, истинное вдохновение и чистую радость. Именно на этих принципах сложилась уже в IX веке своеобразная система эстетико-философского осмысления и созерцания окружающего мира. Одним из главных принципов в ней выступала сезонная цикличность. Придворная дама того времени Сэйсю Нагон, написавшая свои знаменитые записки у изголовья, так отметила это явление, этот принцип. У каждой поры своя особая прелесть в круговороте времен года. Весь год прекрасен от начала и до конца. Со временем сложились своеобразные системы эстетического любования природы, самыми основными в которых стали ханами – любование цветами, цукими – любование луной и юкими – любование снегом. Классик японской литературы XX века Ясунари Кавабата так обозначил эти явления. Снег, луна, цветы, олицетворяющие красоту четырех сменяющих друг друга времен года, вообще, согласно японской традиции, они олицетворяют красоту окружающего мира – гор, рек, водопадов, деревьев, трав, цветов, то есть всех бесконечных явлений природы и в том числе человеческих чувств. Естественно, что в японском искусстве и в литературе эти явления, то есть любование цветами, луной и снегом, получили большое распространение. Так, в зимней поэзии Японии с раннего времени уже стали обыгрывать сопоставление цветущих слив и снега. Дело в том, что слива расцветает на рубеже зимы и весны, когда еще много лежит снега. Не сливы ли белые цветы у холма моего расцветали, и кругом все теперь в белоснежном цвету? Или это оставшийся снег показался мне белыми цветами? Так написал поэт Утома Табито, живший на рубеже 7-8 веков. А позднее другой поэт Фудзивара Тейко в 1214 году составила цикл стихотворений о 12 пар цветов и птиц. То есть каждая пара цветок и растения, и птицы соответствовали определенному месяцу. И на этой основе позднее сложился знаменитый японский цветочный календарь. Этот календарь имеет некоторые отличия в каждой местности, но примерно он выглядит так. Январю соответствует сосна, февралю – слива, марту – персик, который стал символом праздника девочек. Этот праздник отмечается 3 марта. Апрель – это, конечно, цветущая сакура. Май – это цветы пиона, глицинии и азалии. Июню соответствуют ирисы, июль – утренний вьюнок, август – лотос, сентябрь – семь трав осени, октябрь – хризантема, ноябрь – клен и декабрь – камелия. Начиная с 17 века большое распространение получили эстетические паломничества, то есть паломничества в различной местности, славящиеся своими природными красотами. Были места, славящиеся сливовыми садами и цветением других растений. Обычно после цветения сливы самым знаменитым ханами было цветение сакуры. В Японии существует поговорка: «Слива цветет – запах хорош, сакура цветет – глаз не оторвешь». До сих пор знаменитыми остаются рощи сакуры на склонах гор в Йосино. Это местность неподалеку от древней столицы Нара. Великий японский поэт 17 века, писавший хайку Мацуобасю, так прославил это место –
путь покажу я тебе, как в далеком Йосино вишни цветут, старая шляпа моя». На Западе, и в том числе у нас в стране, сакура переводится как «вишня». На самом деле это разновидность дикорастущей черешни. И любовь японцев к ней совершенно бескорыстна, потому что это не плодоносящее дерево. И цветет оно иногда всего несколько часов. Нежные, прекрасные, но иногда быстро облетающие цветы сакуры стали воплощением самых разных чувств и состояний человеческого существования. С одной стороны, они являются воплощением самой сути японской души, стойкости к невзгодам и символом быстро переходящей человеческой жизни. С другой стороны, они являются олицетворением женской красоты и молодости. Цветочные мотивы, без сомнения, самые распространенные, самые популярные в японском искусстве. В живописи сложился особый жанр – катёга, картины цветов и птиц. Этот жанр пришел в Японию в середине 13 века из Китая. И уже в 17 веке популярность цветов и растений была настолько велика, что их стали изображать отдельно от птиц. Причем многие цветы стали еще и символизировать различные благопожелательные значения. Так, например, пион символизирует пышность, богатство, процветание. Королевой осени стала хризантема, хотя этот цветок в Японии цветет, начиная с ранней весны. Но именно пышные, роскошные осенние хризантемы стали символом этого времени года. Лотос является воплощением чистоты и символом победы буддийского учения над невежеством. То есть каждое из этих растений доносит до зрителя не только красоту природного мира, но еще и определенные эмоциональные и эстетические какие-то ощущения и значения. В Японии сложилось уникальное искусство составления цветочных композиций икебана. Это единственная страна в мире, которая сумела сделать мир растений материалом для настоящего искусства, не до конца оцененного западными зрителями, потому что это искусство мимолетное, существующее иногда всего несколько часов, а иногда и несколько минут, когда используются, допустим, бутоны цветов. Хрупкие и недолговечные произведения искусства мастеров икебаны способны передавать глубокие человеческие чувства и эмоции. И только внимательный зритель способен оценить и ощутить красоту и истинную значимость этого произведения искусства, каким выступает настоящий образец икебаны. Не случайно японские теоретики искусства и эстеты считали, что в основе каждого вида искусства лежит тайный цветок, по пониманию и познанию которого приводит к истинному сопереживанию и пониманию самого произведения и этого вида искусства. Всего доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии. А завтра вы узнаете об истории государства российского.